Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. В данном видео я вам расскажу, как менять расцветку колонки на колонке JBL Party Box OTG YES. Для этого надо нажать на кнопку, похожую на солнышко, и нажимаем на нее. И как вы можете заметить, с каждым нажатием меняется расцветка данной колонки. Также, если включить музыку, расцветка будет двигаться под такт музыки. И также можно поменять разные стили. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!